Жильцы дома по улице Весенней возмущены, что в их дворе не убирают сухие поваленные деревья. Уже который день рядом с детской площадкой прохожие могут наблюдать такую картину. Нависшая угроза беспокоит горожан. Конечно, мешает. Вторая неделя, может, третья неделя стоит так. Если с ребенком тут хожу, гуляю. Желательно, конечно, бы убрать их. Никому не надо. У нас есть государство, которое должно все делать, как бы. А приходится своими жителями, самими силами все убирать. Возмущает жители Весенней состояние детской площадки. Она, по их мнению, превращается в свалку. Лавочки во дворе давно требуют ремонта. Сами посмотрите, что у нас там творится. Ни детской площадки, ничего нету. Грязь, мусор везде. Смотри, какая скамейка. Вот ее надо скамейку поставить. Не на чем сидеть. И вот сколько, уже 2 года уже, и так и не сделают. Мы обратились в управляющую компанию ООО «Техрембытсервис», которая относится дом на Весенней, за разъяснением, вывезут ли отсюда весь мусор. Понимаете, там вот эти вот 2 дома, раньше там был какой-то яблоневый сад. Эта территория к домам не относится. И, соответственно, все, что у нас в городе, внутриквартальные территории, они городом по сути не обслуживаются. Однако в управляющей компании все же пообещали, что специалистов отправят в этот двор, чтобы разобраться с проблемами. Сотрудники должны будут отчитаться и за состояние лавочек. Если там они просто в плохом состоянии, то подремонтируем. Если там что-то ставить, то это только на основании общего собрания. Проблему же с сухими и поваленными деревьями во дворе должны будут решить городские службы. Как быстро они проведут необходимые работы, покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».